Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. Ми на ютуб-каналі «Фабрика новин». Спасибі, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Як зазвичай, мене звати Юрій Бібік. І що? Вчора Росія завдала ракетного удару по Україні, масованого ракетного удару. І це призвело до величезних проблем в енергетиці, проблем з водою, але торкнулося не лише Україну. Це торкнулося і Молдову. Саме для цього ми запросили нашого гостя, політичного глядача з цієї країни, Іона Тибирця. Він з нами на зв'язку. Пане Іон, радий вас вітати. Добрий день. Добрий день. Давайте обговоримо якраз те, що стосується Молдови у контексті ситуації в Україні. Вчора ракетні постріли, Україна без світла, Україна без води, зараз дякувати нашим енергетикам, спасибі представникам ЖКГ, вдалося якимось чином, буде трішки налагодити ситуацію. Але в Молдові були також вчора проблеми зі світлом. Як зараз ситуація з цим? Ну, зараз у нас все нормально, вроде везде є електричество, хоча, да, вчора в течение двох часов в місті Кишинев практично не було світла. А также это коснулось всей территории, или практически всей территории Республики Молдова. Если в Кишиневе достаточно быстро, в течение где-то двух часов, двух-трех часов подключили свет обратно, то в некоторых районах Республики Молдова свет отсутствовал в течение где-то 5-6 часов, где-то до вечера. Но такого еще у нас в Кишиневе не было, во всяком случае, я не помню, чтобы отключился совсем свет, и в течение двух часов практически весь транспорт в Кишиневе был отключен, был парализирован, даже отключились светофоры. И это, конечно внесли определенный хаос, то, что касается жизни столицы Республики Молдова. Президент, пані Майя Санду також відреагувала і сказала про те, що Росія залишила Молдову у пітьмі. Більше того, її пост стосувався ситуації в Україні. Вона сказала про те, що росіяни б'ють по не лише там по енергетичним об'єктам, не лише по енергетичній інфраструктурі, але й по житловим, страждають люди, вмирають люди. І тепер ця ситуація стосується Молдови. Це помста за наш курс. У нас курс – це вільний світ. Якщо влада це розуміє, як громадяни вчора сприйняли ситуацію? Вони цілком розуміють, що конкретно відбулось, і хто несе відповідальність за те, що вони залишилися без світла? Большинство из нас, большинство населения понимает, что за всем этим стоит Россия. И именно действия Российской Федерации против Украины, все ее бомбардировки привели к тому, что все это коснулось и нас, и коснулось, конечно, в таком плачевном виде, можно так сказать. Но, к сожалению, существуют и те, особенно русскоязычные регионы Республики Молдова, как Гагаузская автономия, которые попадают, к сожалению, под пропаганду Российской Федерации. И многие считают, что вообще-то виновато руководство Республики Молдова, что потому что она не хочет идти на какие-то переговоры, контакты с Российской Федерацией. И определенные пророссийские партии здесь, в Республике Молдова, именно в таком курсе обвиняют нынешнее молдавское руководство. Хотя все здравомыслящие люди понимают, что вообще-то за всем этим стоят действия России против Украины. Я розумію все, окрім одного. Тобто, безумовно, зараз політична... Ми знаємо, яка політична ситуація в Молдові. Ми знаємо історію з мітингами, з протестами, так? Ми знаємо всіх абсолютно про європейських, про, вибачте, російських чиновників, про російських екс-колишніх представників влади, які стоять за цими мітингами. Але до чого тут влада Молдови, коли ці люди апелюють до того, що Молдова не хоче йти на, що влада Молдови не хоче йти на якісь переговори з Росією? До чого тут влада Молдови, якщо Росія стріляє по Україні і світло зникає в Молдові? Це до чого? К сожалению, многие люди не понимают. К сожалению, определенные политические партии в Республике Молдова или принимают сторону России, или просто
молчат или ничего не рассказывают людям про определенные действия России, которых нельзя отрицать. Допустим, та же агрессия, война, которую развязала Россия против Украины, они говорят, что вообще-то это не касается, мы нейтральная страна, это противоречия, которые касаются отношений между Украиной и Россией. Хотя это мы все понимаем, что это неправда, потому что и в таком случае они способствуют определенным политическим шагам, которые не только политические, военным действиям, которые Россия предпринимает. И, к сожалению, вот эта манипуляция, дезинформация или то, что они не говорят определенные вещи, как они на самом деле, это все способствует, что во всем, что происходит негативное в наших отношениях с Российской Федерацией, как они думают, что негативно виновато на руководство нашей страны. Допустим, есть депутаты в парламенте Республики Молдова от партии социалистов, и когда произошла первая бомбардировка, массивная бомбардировка России, первая, которая коснулась нас 15 ноября, потому что это не была первая, конечно, бомбардировка России против Украины, но когда была 15 ноября, когда у нас тоже практически по всей территории Республики Молдова, в том числе и в Кишиневе, отключился свет, не масштабно, как сейчас, но определенные молдавские депутаты пророссийской ориентации, они сказали, что вот это ответ России, как к ней относились и как Россия была принята, как с ней разговаривали на саммите G20. Вот у нас вот есть и такие мыслящие, не то что люди, а депутаты. И, к сожалению, эти депутаты манипулируют своими публичными высказываниями, манипулируют часть населения. Я вас як ніхто розумію, тому що у нас до 24 числа ситуація була дещо схожа. Скажіть, будь ласка, наскільки Молдова залежна від імпорту електроенергії? Я так розумію, що близько 30% ви імпортуєте саме з України. Как у нас, или у нас до того, как Россия начала массивно бомбардировать энергетическую инфраструктуру Украины, был такой расклад. Мы 70% брали электроэнергии с Греса в Кучурган, это находится на левом берегу реки Днестра, в Приднестровье. И примерно 30% мы импортировали с Украины. После начала бомбардировок, естественно, Украина имеет свои проблемы, и уже Украине неоткуда экспортировать электроэнергию и для Республики Молдова. Тогда мы нашли замену этого объема в Румынии. Но здесь существует определенный нюанс. У нас нет прямых электроэнергетических связей с Румынией. Мы импортируем электроэнергию с Румынией тоже через электроэнергетические ресурсы или связи Украина. Есть такая линия, трасса Исакча, Вулканешти, который проходит частично через территорию Украины, является в электроэнергетических ресурсах, инфраструктуре, точнее сказать, Украины. Но именно когда происходят эти бомбардировки, наша электроэнергетическая инфраструктура сразу входит в аварийный режим. И поэтому у нас эти отключения. Но когда мы нашли вот эти 30% импортировать электроэнергию с Румынии, тогда Приднестровье, Кутюрганская ГЭС сказали, что у нас нет достаточного газа, и мы можем вам дать только 30% или 27% электроэнергии. Мы
Тогда сказали, что в данном случае у нас поменьше объема природного газа. Если вы не используете его для того, чтобы произвести электроэнергию, тогда мы даем вам меньше газа, природного газа, потому что он вам не нужен. И тогда они полностью отключили или полностью уже не производит электроэнергию для Республики Молдова. Сейчас мы импортируем 90% электроэнергии с Румынии через украинскую электроэнергетическую инфраструктуру. З приводу газу, скажіть ще два слова, бо я от не можу зрозуміти, яка ситуація склалася. Тут і Україна також задіяна про 200 ось цих мільйонів кубометрів. Значить, про що конкретно мова? Молдова звинувачує Москву в енергетичному шантажі і відкидає заяви російського енергетичного гіганта «Газпром» про те, що Україна припиняє поставки, призначені для сусідньої держави, тобі ж для Молдови. Ситуація яким чином зараз складається? От я не можу поки що поринути в суть. Но у нас практически, или у нас до недавнего времени был такой расклад, то, что касается импорта природного газа с Российской Федерации. Мы примерно в год импортировали 3 миллиарда кубических метров. Обычно 1/3 оставалась на правом берегу для наших нужд. 2/3 шли на левый берег в Приднестровье. Почему 2/3 в Приднестровье? Потому что большинство этого природного газа использовалось молдавской ГРЭС. И после этого электричество давали на правый берег и таким образом обеспечили нас электричеством. Но начиная где-то с октября месяца Российская Федерация систематически начала уменьшить и объемы природного газа, который предоставляла нам до этого. Но у нас в контракте есть такой пункт. Если объемы природного газа по каким-то причинам меньше согласованы, уже пропорция меняется. Уже конечные потребители, они являются в приоритете. У нас домашних потребителей больше в Приднестровье, и поэтому мы оставляли из того российского газа, природного газа, который импортировали, мы оставляли себе на правый берег 2/3, и Приднестровье предоставляли 1/3, потому что у нас больше домашних потребителей природного газа, чем в Приднестровье. До этого они импортировали больше, потому что это шло на производство электричества. Но из этих 2/3 природного газа мы не потребляли все, но мы делали определенные ресурсы в хранилищах на территории Украины. Этот газ доходил до нас, но мы предпочитали, чтобы сделать определенные резервы, чтобы у нас был определенный ресурс, если что-то произойдет неординарно. А Россия начала обвинять и Молдову, и Украину, потому что вот не предоставляет нужные объемы. Это не так. Все объемы доходили до нас, но мы считали нужным сделать определенный резерв. Давайте поговоримо про мітинги, які охопили Молдову, антиурядові протести. Я так розумію, вони тривають з вересня. Що конкретно вимагають люди, які виходять на вулиці? Тому що в цьому, наскільки мені вдалося дізнатись, задіяні представники партії ШОР, так, екс-президента Дадона, і все це фінансується щедро з Кремля. Финансируется с Кремля, но финансируется и беглыми олигархами, такими как Илан Шор и Владимир Пахатин. Сказать, что это протесты в полном смысле этого слова, нет. Это, можно сказать, политические протесты, которые организует партия Шор, которая пользуется самыми бедными слоями населения. Эти люди идут на эти протесты как на заработок.
Для уточнения, у нас в парламенте Республики Молдова есть правящая партия, нынешняя проевропейская партия «Действие и солидарность», но есть и оппозиция, которая из себя представляет геополитические партии, это партия социалистов и коммунистов, прежде всего партия социалистической партии, и есть партия, которая была создана во время олигархического режима Плохотнюка, именно Илан Шор. И можно сказать, что нынешняя оппозиция у нас представляет интересы и Российской Федерации, геополитические интересы, и интересы олигархов. Те, которые представляют геополитические интересы Республики Молдова, хотят, чтобы мы не усугубили в своем движении с Европейским Союзом реформы, чтобы мы приблизились через реформы к Европейскому Союзу, а те, которые представляют олигархи, они не хотят этой реформы, потому что они будут терять многие своих привилегий и впоследствии может даже оказаться за тюрьмой. Они протестуют против нынешней проевропейской власти, другие протестуют против того, все, что касается реформы юстиции, которые пытаются сейчас провести, продвинуть нынешняя проевропейская власть. Можно сказать, здесь объединились интересы, геополитические интересы Российской Федерации через свои политических представителей в Республике Молдова и интерес олигарха, которые не хотят терять те рычаги влияния на государственные институты Республики Молдова. И было заметно, что эти протесты не дают желанный результат, и они перешли к определенной агрессии, пытались эту агрессию внедрить как-то в общество, но надо сказать, что наша полиция, во всяком случае, до сих пор действовала достаточно четко и не дала, чтобы эти протесты, эта агрессия протестов, чтобы она не перешла в какие-то насильные действия. Я так розумію, що якщо це все фінансується і колишніми представниками влади, і олігархами, і з Росії, це перекрити якимось чином можливо? Ми пытаемся это перекрыть, но, к сожалению, у нас нет еще достаточно законодательства, есть определенный отпор, можно так сказать, с государственных структур, особенно то, что касается правовых институтов. У нас реформа Генеральной прокуратуры идет очень медленно. То же самое касается и корпуса судей. Они были скомпрометированы, они во времена олигархического режима Плохотнюка работали на этот режим, и они просто не хотят этих реформ, потому что можно сказать, что эти реформы в первую очередь идут против них. И, к сожалению, существует или нынешняя команда правящей партии еще неопытная, и она совершила достаточно ошибок. И, конечно, все эти процессы затрудняют те действия, которые пытается нынешняя власть, чтобы освободиться и от олигархического режима, или что остатков этого режима. Но в то же время очиститься от влияния геополитических акторов Российской Федерации, которые существуют у нас внутри Республики Молдова. Можно сказать, что, к сожалению, до сих пор пятая колонна Российской Федерации в Республике Молдова чувствует себя достаточно комфортно, и поэтому у нас существует сейчас проект для того, чтобы реформировать нашу службу госбезопасности, или как у вас СИБ, у нас СИС, дать ей побольше полномочий, чтобы она в итоге сумела, чтобы
реформировать наши государственные институты, всех этих факторов влияния. Зрозуміло. В завершення я хотів би запитати про таке. По мірі того, як слабшає Росія, витрачаючи сили на війну в Україні, з'являється більше шансів і у Молдови, і у Грузії скористатися цим і забрати своє. Якимось чином політику щодо Придністров'я влада буде переглядати чи ні? У нас на эту тему сейчас очень много разговоров. К сожалению, у нас еще нет определенного плана, четкого плана действий по отношению к Приднестровью. Надо сказать, что у нас ситуация тяжелая. У вас уже не будем говорить, вы находитесь в войне с агрессором. Но сейчас Приднестровье на грани социально-гуманитарной катастрофы, потому что те действия Российской Федерации против Республики Молдова, которые сильно, конечно, бьют по нас, но они больше бьют по Приднестровью. Конечно, мы должны определиться, что, как, какой подход нам нужен в отношении с Приднестровьем, что мы хотим, какой у нас план. Понятно, что формат, который был до сих пор именно признанный международный формат 5+2, он уже не действует, не будет действовать. Есть определенные договора между берегами в рамках этого международного формата, но он больше касается коммуникации, связи между простыми людьми. А то, что касается глобального плана, какого-то глобального подхода, у нас еще, к сожалению, не сформировался, мы еще не определились, но в данном случае есть определенные предпосылки, чтобы решить приднестровский вопрос. Спасибо вам за час, который вы для нас приділили. Дякую, что вышли до нас на зв'язок. Спасибо за это интервью. Дякую вам. Нехай щастить, спасибі величезне. Друзі, нагадую вам підписатися на фабрику новин дуже просто, а також залишити вподобайку і коментар під цим відео. Нам було б це дуже приємно. Ще побачимось, спасибі.